Коллегиум школы «Олимп» – это территория свободы, любви и здравого смысла. Нашу школу закривали. І не лише вчителі, дуже багато до нас, я є ще класним керівником 6 класу, звертаються батьки з проханням про те, що ми хотіли б розширити, не просто знаходитись в цій школі, а розширити навіть її межі, не говорячи вже про те, що з комерційної точки зору її можуть закрити чи хочуть закрити. Тому я вважаю, що така школа повинна існувати і жодних посягань на її територію не повинно бути. Колегіум «Олімп» – це заклад, який має право на існування. Це взагалі заклад, який унікальний. І будь-які посягання на закриття, зміну, я вважаю, що це просто протирічить політиці нашої держави, відношенню до людей і до дитини. Вместо поддержки со стороны тех, кто это должен делать, мы получаем так называемые в простонародье палки в колеса. Вот. И очень хотелось бы, чтобы это прекратилось и началась какая-то помощь. Хотелось бы, чтобы кто-то поспособствовал развитию этого проекта, прекрасного проекта, потому что мои двое детей учатся достаточно давно, я Олимп знаю около 10 лет. Вот. И поэтому очень странно, почему до сих пор никого это не заинтересовало. Не так много в нашей стране успешных проектов, вот, для того, чтобы просто так вот пренебрежительно к ним относиться. Вот. Поэтому всех, кто может чем-то поспособствовать или привлечь внимание, я призываю, потому что в последнее время это становится просто невыносимо. Мы не хотим, чтобы наша школа была закрыта. Мы хотим, чтобы она жила и долго. Меня зовут Шрамко Максим. Я учился в коллегиуме «Олимп», выпустился в 2009 году. Я сюда стараюсь возвращаться каждое 1 сентября на праздник Дня Знаний. Я преклоняюсь перед этим местом, потому что это одно из немногих мест, откуда люди выходят личностями, сформированными и без каких-либо зажимов и комплексов. Поэтому я люблю учителей, люблю коллектив и просто кайфую, когда я здесь нахожусь. Я письменный Антон, я учень 7 А класса. Я тоже вболеваю за наш Олимп и уважаю его наикращую школу. Меня зовут Дрея Мария, и в этом году я перешла в 11 класс. И я хочу, чтобы наша школа еще долго работала и процветала, потому что в первую очередь в нашей школе учат нас быть людьми. И я хочу, чтобы еще много лет эта школа брала новых людей и продолжала их учить быть личностями. Меня зовут Даша Гузей, я выпускница 2015 года. Я сейчас учусь за границей, но каждый день, каждый месяц я вспоминаю нашу школу как кусочек моего маленького детства. И я очень благодарна школе коллегии «Олимп», что она сделала меня личностью, которая сможет победить любые сложности и трудности, которые дают нам школу. Меня зовут Манзер София, я выпускница прошлого года, и я очень благодарна этой школе, потому что она дает каждому человеку на самом деле определиться, чего он хочет и куда он хочет идти. И это очень хорошая черта, потому что нам здесь ничего не навязывают. Каждый может делать то, что считает нужным, и развиваться в том направлении, в котором он хочет. Я очень хочу, чтобы в дальнейшем эта школа продолжала выпускать таких же людей, уверенных в себе, понимающих, чего они хотят. Успеха и процветания! Не трогайте наш Олимп! Не трогайте наш Олимп! Мы любим наш Олимп!